Федеральное агентство лесного хозяйства отметило Карачао-Черкесию в числе российских регионов, отличившихся в сфере тушения лесных пожаров. Республика вошла в число 24 субъектов, в которых 100% лесных пожаров было потушено в первые сутки. Напомним, что в прошлом году в нашем регионе действовало 9 лесных пожаров на площади порядка 21 гектара, 6 из которых произошли на землях лесного фонда. Все пожары имели низовой характер и не принесли значительного ущерба лесным насаждениям. Служба лесной пожарной охраны и лесничеств были предприняты меры по оперативной локализации и ликвидации возгораний. В истекшем 23-м году на территории земель лесного фонда зафиксировано 6 случаев лесных пожаров. Один из них был в Зеленчукском лесничестве, один в Бискетском лесничестве и 4 пожара в Ирубском лесничестве. Все пожары были ликвидированы в течение первых суток с момента возникновения. Общая площадь лесных пожаров составила 20,87 гектара.